Тарифы на электричество в следующем году вырастут на 5%. Газ подорожает на 3%, а железнодорожные перевозки почти на 4%. Новые тарифы начнут действовать с июля. Соответствующий план одобрило правительство России. При этом стоимость услуг будет расти ежегодно. В среднем увеличение платежа за коммунальные услуги в 2021-2023 годах составит 4% в год.